Всем доброе утро. Утро должно начинаться с холодного арбуза. Ни с чая, ни с кофе. Когда лето особенно. 3 месяца, 4 месяца арбузы полно. Арбузный рай. Поэтому утро должно начинаться с арбуза. Я вот когда арбуз режу, по привычке это папин, но это сам вот так. Отрезаю и дыню также на 4 куска. Это как бы пожертвование создателю. Вот. После этого она сама начала ломаться, потому что поспелая слишком. Вот такого холодного арбуза. Смотрите, какая прелесть. О. Это сердечко. Утром вот это перед завтраком за полчаса очищает печень, все-все, организм, а потом можно позавтракать. Всем доброго утра, пока-пока.